Звание Героя России присвоено летчику-испытателю авиационного завода имени Чкалова полковнику Валерию Поташову. Золотую звезду ему сегодня вручил президент Владимир Путин. Звание присвоено за героизм и мужество при испытании военной техники. Валерий Поташов не раз отказывался покинуть падающий самолет в аварийных ситуациях и спасал машину. Сейчас ему 68 лет, но он по-прежнему продолжает работать летчиком-испытателем. За эти годы он освоил более 30 типов самолетов, среди них и новейший истребитель-бомбардировщик Су-34. Общий налет у Поташова более 4,5 тысяч часов.